Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Фантом. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, вы все написали в комментариях, чтобы мы записали сирена голового. И помните, мы делали эксперимент, когда я был на машине, а пацаны за мной гонялись. Сегодня у нас будет эта серия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Первую машину я беру очень медленно, а потом буду все быстрее, быстрее и быстрее. Пацаны, вы готовы? Вы же еще взяли быстрый, да, специально? Да. Нормально. Мне это нравится. Главное, что? Shift прожимать. Привет. Это было очень близко. Это было рядом. А, ты вот так решил? Нифига себе, обогнал меня. Ну, что-то слабенько. Машина настолько медленно, насколько это возможно. А ты меня дамажишь вообще? Не понимаю. Я не знаю. Я не знаю. Но через машину дамаг проходит, насколько, да? Известно нам по гаррисмоду. Что-то у меня машина... А, у меня жизнь не тратится у машины. Уже подпердывает. Нормально жму? Ты тут не пролезешь. От дерьмо пролез. Давай, газуй, пердушечка моя. Уже дым идет с выхлопнушки. Уже еще сильнее попердывает. А где другой тот? Че ты один? Он тут. Эй. Нам еще один грузится. Что-то очень долго. Но сейчас будет веселее. Но ты считай машину мою это поломал. Да ты вообще какой-то бессмертный. Нет. Дым же видно вроде бы. Нет, пацаны, не работает это так. Да что? О, все. Красота. Прикольно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, давайте что-нибудь побыстрее возьмем. Так, теперь мы берем... О, давайте полицейскую. Ну, она, мне кажется, будет быстрая. Нет, навряд ли. Машины этого года были очень быстрые. Где ты? Я жду, хочу еще... О, к нам присоединился еще. Я хочу, чтобы вас было двое, но я не вижу того челика. Ну чё бы. Сейчас я только уеду. Да подожди, я уеду, застой! У меня такая притча, блин, она ее несет, как кусок говна. Все, поехали. Можешь догонять. Но эта тачка быстрее. От дерьмо. Ну, все равно быстрее. Не, смотри. Вот. Прощай. Куда? Нормально увалил? Это только второй уровень. Я потерял. Не, я тебя вижу. Эй, куда едешь? Ой, дерьмо. Куда ты? Ладно, я сейчас умру. Не туда заехал, Дима. Хорошо. Понятно, что эта машина тоже была из низшего уровня. Давайте что-нибудь поскоростнее возьмем. Да. Хотел перекрасить желтый цвет, но то в следующей волне. Так, вот сейчас я скажу, когда можно, да, я уеду, потому что вы реально очень быстрые. Давай. Надо на скоростную трассу выезжать. Раз, два, три, пошли. Да, можешь. У нас уже вот трое. Я так лупашу, как никогда. Ты чуть не перевернул. Что-то затрептил, да? Куда ты? Я уже дым вижу. Давай, Димка. Давай мне гаишники. Хотят забрать. Красиво, пацаны, полетел. Что-то далеко как-то. О, вот. Проскочил по красоте. Классная серия получилась. Мне нравится погонять. Еще сиреноголовый. Ого. Че, пацаны, слабаки. Машина моя реально мощь. Заглохла! Блин, она подглыхает! А ну, блин, отвалите!
могу, все, и все, нету дела. Эй, куда? Вот это увалил по красоте. Может, потом снимем, с какой скоростью бегают сиреноголовые? Ну, может. Я вообще хочу экспериментальную рубрику снять. Ну, блин, сейчас скажу, а вдруг кто-то ее другой снимет. Пока не буду туда говорить. О, ты срезал, чтобы меня убить! Нет, привет! Эй! Че ты? Куда поехал? Да отвали ты от меня! Да нет. Блин, прикольно, они за мной реально догоняют постоянно. Ты чё-то... Да отвали ты от меня! Не, всё. Как в GTA, машина горит, а я еду. Да, всё. Всё. Давай, давай, газуй. Хватит, хватит. Нормально, да? Я, получается, по прямой от вас уезжаю на изично. Вот до этого момента. О, привет. Да что ты меня взрываешь? Прощайте, всё. Я сгорел. Хорошо, хорошо. Я вам напомню, да? Давайте экспериментик сделаем небольшой. Мы сейчас другую машину возьмем. Ой, это не та. Это не та. Подождите, не та машина. Ой, заводится шикарно. На танке, погнали. Ёпи. Это жир вообще. Он по нам стреляет. Не горишь. Я вас не могу, да, убить? Давайте, пьемте. Отвалите, пацаны, я по-хорошему. Я думал, я смогу вас на танке задавить. Но нет. Приходится убегать. Ай. А у вас жизни есть? Да. 500 тысяч? Сколько у вас там? Да, это получается неубиваемые вообще. Но вы мне ничего сделать не можете, вы понимаете это, да? Давайте будем ехать и стрелять. Гонятся как могут, а не могут вообще никак. Жизнь тратится у вас или нет? Да. Ой-ой-ой, красавчик. Давай, давай, давай. Блин, а вы меня не можете убить реально в этом танке? Или у меня очень много жизней? Я не вижу, да, вашей жизни, это реально плохо. Что-то не получается вас, пацаны, меня никак убить. Танк рули, да? Как у того есть выражение? Как в танке? Вообще никак. Я даже вас не боюсь. Давайте еще раз попробовать. Если меня не убиваете, то придется другую машину взять. Да, наверное, не убивается мой танк. Потому что, наверное, другой пак. Ладно, сейчас другую машину. Давайте я улечу и другую машину возьму, чтобы у меня было время убежать. Так. Сейчас мы берем очень быструю машину. Настолько быструю, насколько я знаю. А у нас какая-то машина быстрая есть. Надо зайти в транспорт. Он сверху, я видел, куда он улетел. Пошли. А что ты все знаешь? Давайте, я Porsche Cayman взял. А, я тебя уже вижу. Каен, Кайман. Ну чё, погнали. А, вон, вон, я вижу, я вижу. Чё ты медленный, зря ты его взял, я тебя буду целый день ждать. Так, я вижу, он, пацаны идут. Разгоняемся со всей силы, просто летим.
Хотя я бы не сказал, что это быстрая машина. Но у нее есть большое преимущество. У нее нет жизни. Ее невозможно взорвать. Понял. Че, давайте я вас на спауне жду, но... Привет. Давай, сынок. А, сквозь машину можно убить. Да. Так, пацаны, сейчас я к вам приду, ждите. Ну мы тебя... И ей вся привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, рэкер Хлебушек. Как всегда, очень много подписчиков и подписчиц, пацаны и пацанчики. Пацаны и девчонки, познакомьтесь. Всем пока. Сегодня у нас карта Roblox, будем убегать от монстров Хендерсона. Давно мы не ставили котопсов и всяких картонных чудиков. Вы готовы? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что, выживание началось. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Выживаем. Пацаны, оружие использовать нельзя, забыл сказать. Просто убегаем и выживаем. Если хотите, можете использовать ничего. Хотел оружие придумать, но нет, никакого оружия не будет. Давайте будем просто выживать. Это трудно. Это очень легко. Смотри, они вон бегают за капхедом, а он молодец, выживает. Так, смотри, они за мной бегут. А, он хочет... О, блин, он меня столкнул! А чё, они сталкивают, что ли? Молодец, молодец, собачка убегай. Бежит по лестнице. Ты знаешь, они очень умные, оказывается. Я заметил, они по стенам бегают. Да? Блин, он за мной бегает, не отстает. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Записываем очень классные, веселые режимы для вас. Чтобы подписались и стало миллион подписчиков. На моем канале. На нашем канале. На вашем канале, да. На нашем. А вы слышите этот звук? Так. Мне кажется, чего-то не хватает. Знаете чего? Например, вот так вот, да? Тоже пойдет? Ой, зачем? А, чтобы было веселее. Давайте у нас будут сиреноголовые. Димас, они между собой дерутся. Да? Ну, давайте же. Все-таки мы хотели битву. Я вечно забываю эту рубрику записать. Надо как запомнить и обязательно сделать завтра битву монстров. Арена. Кстати, они и с аниматрониками дерутся. Мы можем сделать даже битву с аниматрониками. О, сожрали. Сирена пошла. Так, одного есть. Ну, давай. А, у него 500 000 жизни. Мне кажется, это настолько глупо с ним драться. Насколько это возможно? А, нет! Ой, он маленький улетел. Что это? Оказывается, в нем сидит маленький. Так, драка продолжается. Эй, он ко мне идет. Ой, прощай, прощай, прощай. Бежит. Так, двое. Трое против одного. Мне кажется, они его убьют. Аниматроники были жестче. Да? Ну, у нас сегодня серия, чтобы было интереснее. Че, нормально они валят? Физганом трогать нельзя, плохая примета. На экране может высветиться надпись «Вас забанили». Эй! Еще бы чуть-чуть, я бы проиграл. Сразу видно опыт. Ребята, у кого сколько часов Гаррис Мод наиграно? У меня больше 3000. А у вас? У меня почти 1000. О, это нормально. Кстати, 1000 это тоже показатель. У меня 177. 770? 176. Нормально. Ну, 256 это маловато, конечно, для Гаррис Мода. Чтобы его изучить, то все. 7 часов. Маловато тоже. Ну, ничего. Ребята, напишите в комментах, сколько вы наиграли часов, если вообще вы играли в Гаррис Мод. Я знаю даже людей, у них по 4000 человек. Ой, часов. Так. А что он ходит? Давайте сделаем еще кого-то, кто может летать. А, они с этим дерутся опять. Вот дурачки. Хорошо, давайте летучих мышей поставим. Этих не до Бэтменов. Я думаю, вот так вот, да, хватит? Все, выживалочка началась. Они не могут допрыгнуть. Они могут допрыгнуть. Так, пацаны, чё и чё? Ничего. А чё пролетает? Не понял. Может, можно... Я... Блин, я сейчас ходу. Можно я нажать и стрельнет пушка? Не? Было бы прикольно, если бы такой режимчик был бы. Они трутся просто внизу, ничего не... Они вас убивают, пацаны? А, убивают, я вижу, да. Но он нас давит.
Ну не бойся. О, давайте я поставлю оружку. Не, не буду оружку ставить. Давайте просто повыживаем. Поставлю я еще. Например. А можно поставить вот от этого? Он прыгает. Зачищ... А, они между собой будут сейчас драться, мне интересно. Хорошо, давайте сиреноголовок поставлю. Которые могут прыгать высоко. Кто по мне стреляет из наших? Не знаю. Ой. Что-то они летят в воздухе в неизвестность. А кто еще прыгает? А, да, больше никто не прыгает. Так, все, я спрыгиваю. Прям на дерево, четко. Вот, блин, промахнулся жопой. Пацаны, давайте, не ссыте. Я бегаю. Ты бегаешь? Я никого не вижу. Так, бегают. Вот, я на посередине. Ссыте, да? Они вовнутрь не могут зайти, кстати. Вот как, он не зайдет сюда. Так, NPC, да, они, кажется, включены. Деревья мешают, Димас. Деревья мешают? Да. Да, они застрелись в деревьях. Они не очень умные, как я думал. Хорошо, давайте прыгучих наставим много штук. Это апокалипсис, короче. Ой, все, у меня аж подлагивает. Все, Диман, буду здесь стоять. Подлагивает. Димас, у меня есть идея для следующего ролика. Давай, аниматроники нас ищут в этой лаборатории. Да? Можно. Вообще, мне надо сделать такую штуку, чтобы люди писали в комментариях свои идеи. Я буду выбирать и записывать. Обычно так и происходит. Но мало пишут. Пишите больше. Может, какие-то будут гениальные идеи, и мы их по-любому снимем. Они прыгают. Ну, только узнал. Да они вообще ничего не могут. Я просто стою, наблюдаю, как вы проигрываете. Они прыгают. Они ничего не могут. Летучая мышь откуда-то появилась. У нас тут толпа забаганная. Да. Можно их изганом поправить? Сейчас я иду поправлять их. Так, отстань от меня. Все, пошли они, смотри. Просто вы боитесь к ним подходить. Вот. Один только. Слушай, не, они. Они какие-то кальчики. Не ссы. Ой-ой-ой-ой, прикольно. Все, пошли. В действии. Ох, толпучка, прикольно. Давай, они такие, знаете, звуки издают, как дельфины под водой, да? Не я, это... Вот. Вот кто может доставать нас везде. Не, давайте. Давайте двоих поставим. Все, погнали, на самый верх. Отлично, стоим. Оружки очень много. Да? Кислые, не кислые, но меня убили. Каким-то образом. И идут к вам. Я на дереве. Ах ты, сукун, вылазь. А он тебя сейчас убьет и так. Эх! А, он может с одного раза убить, а может постепенно лупашить. Смотри, я труп, а он меня бьет. У него радиус больше. Все, пацаны, можно использовать оружку. Погнали. Оружие, где ты превращался в монстр. Да. Я тебя постоянно убивал, им конец. Да. Ну ты читер же, да, наполовину? Ты читы водишь, да, сюда? А не, это оружие не? Из будущего. Оружие из будущего. Что там, получается у вас их убивать? Убивать? А, все уже. Ого! Они живые все равно. Вот это жесть, я их наставил. Но мне нравится, целая стена. Не, пацаны, бомба не поможет. Лучше стреляйте такими пулеметами. А, вот так ты, Бульбазаврус. Ты чи... Так ты читер, оказывается. Хорошо. Раз у нас и монстры, будут и SCP у нас. Лимит сработал. Это просто максимально, что можно сделать. Там целая армия их.
Смотрите. Офигеть. Напоминает мне, знаете, какую игру, пацаны? Серию SM2. Там, где ты по полю бежишь, и их там просто сотни. Ого, звуки повторяются. А, кстати, у меня в этот раз звуки со скромников. В тот раз не было. Может, от карты зависит? Пацаны, давайте, мочите, мочите. Я спускаюсь к вам. В толпу скромников. Я не боюсь вас. Не, ладно, я боюсь. Поджопника дали. Нормально. Ой-ой-ой-ой, это целые лабиринты. Бегут, бегут. Ах вы жопы. Съели меня. Пацаны, давайте, я вас верю, вы сможете. Как вам вообще серия? Надо оружие это просто жестче взять, чтобы было красивее. Например, вот такое оружие есть. Ого, я какие-то черные очки пускаю. А что это за оружка? Смотрите, эффект какой прикольный. Искажает реальность, да, пацаны? Ого! А что это ты сделал? Ты аннигилировал всех? Офигеть, мне нравится. А что произошло? Нет. Ого, не... А что они лагают, смотрите? Что это с ним? Нет, это не то, не стреляй, не стреляй. Давай я сделаю по-другому все, по красоте. Классно. Ну, как вам? Я обожаю эту базуку. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Бульбазавр, как купить бомбу, Hello World. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Мы играем на карте Big City. Сиреноголовый гоняется за нами. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Пацаны, я сейчас ставлю сиреноголовых. А можно стрелять с машин? Да, все, они за нами гоняются. Можно стрелять по ним, только у них полмиллиона жизни. Навряд ли ты им что-то сделаешь. Видишь, они убили меня. Ну я его забаговал одного. Да, молодец. Так, давайте берем. Пока они там бегают за пацанами, мы другую тачку садим. Поехали. Угон прыгает. Смотри, что сделать, Дима, смотри. И опять убил меня. Он на месте бежит, ничего. Да я не знаю, какие-то они очень мощные, что ли. Так, ладно. Он мне не дает уехать со спауна. Сразу газу, просто газу, валите. Глупец, ну что ж ты делаешь? Сажусь в какую-то тачку левую, которую удалили. Я свалю сейчас, я смогу. Валим, валим, валим. На гелике. Пацаны, давайте уезжаем этот, на частные. Там, где вот это болото вонючее. Туда еду. О, я вижу за мной. О, гонится. Ай-яй-яй, ну чего-то не хватило. Ого, он прыгает. Он по крыше лазит, видели? Мы в следующий раз запишем серию «Защитить вышку». Еще одного убил. Так, я пока мест тут постою. Если машину поярче возьмем. Надо, надо. О, вот это машинка. А что-то мне FPS приседает немножко. Ну, не критично. Вы ж машины старые удаляете свои, Z понажимайте. Ну, их по всей карте разбросано уже миллион штук. О, да, и 60 кадров сразу стало. Никого не вижу. Вы видите сиреноголовых? Видеть. Я вижу, как они вас мочат. Движок классно работает. Что, еще поставить или не надо? О, я вижу, вот они. Главное не сбавлять скорость. Ой-ой-ой, чуть не перекинулся. Моя машина первая стоит самая. Наваливаем. Димас, ты это видишь? Нет. Не вижу. Это самый забагался. Сиреноголовый. Да? О, я вижу, он танцует чамбу, я к нему сейчас подъеду. Знаете, что хочу посмотреть? А их можно увеличить? Размер. Сейчас попробую увеличить этого челика. Слышь, ты что ты танцуешь?
Странно, он сюда авиацию наведет. Yeah. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Нельзя его увеличивать, нельзя. Я их поудаляю и поставлю других. Сейчас поставлю те, которые не багаются. Хотя они на этой карте, наверное, все багаются. Давайте вот этих поставим. Нет, давайте прыгучих. Они эпично ходят. Ой, они все забагались. Пацаны, сиреноголовые должны с крыши лететь. Но они не летят. А, они сразу приземляются. Вот. Пошло мясо. О, вот, 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 он залазит по крыше прям. Слышь, отвали от меня. Воу. Что он сделает, спрыгнет на меня или нет? Никого нету. Так. Я вижу, он хочет спрыгнуть. Да, они багаются, когда хотят слезть. А там не мешает им что-то. Ух ты, их сколько их там. Вы видели? 10 сиреноголовых. Так, пока никого нет, надо машину срочно взять. Я не успел. И пошел себе спокойной походочкой. Сразу наваливаем. Все за мной. Пацаны, валят они вас? Вот как всегда, неудачка. Колеса слетели, а нет. Так, по крыше погнал. У меня есть время, чтобы свалить. Погнали. Фух, я вовремя спетлял. Пошел за мной, гонится. Вали, вали, главное не останавливаться. Кто на первой машине этой? Ух, я его перепрыгнул. Shift, прожимаем shift. Убил, убил чувака. Так, валим, валим, валим. Это нереально, серьезно. Сейчас вообще, да, нереально выжить. Согласитесь, сильно, да, валят? А я выживаю каким-то образом. Но они все идут за мной. Трое точно. А ты где, девочка? Я на краю карты. У себя на голову крыша спрыгнул прям рядом со мной. Да? Они как будто пугают, хотят прям на машину прыгнуть. Ой, я сюда заеду, если что, у меня будет время съехать. Слышу сирена полиции. Или это на карте заскриптовано? Может, с какой-то серии мы танки возьмем? Бульбазавр мочит сиреноголовых. Ах ты жопа, чем ты их мочишь? Да, типа обычная пушечка. Да, обычная. Вон он, я вижу, ходит. Не админская. Так, ждем. Что-то они там багаются, да, пацаны? Вы видите? От первого лица. Прикольно. Никого не бывает. Я выживаю. Так, пошел, пошел. Какой-то он ненормальный. Давайте его собьем. Давай, залазь. Так, осталось вообще 4 штучки. Он убил всех. Так, пацаны, сейчас будут другие монстры Хендерсона. Вы готовы? Да. Нет. Как это нет? У вас вообще, пацаны, это кто по мне шмаляет? Вариантов нету вообще никаких. Все. Быстрее улетаем сюда. Стоп-соун прописываем. Я успею, надеюсь, взять машину и свалить. Я только что перепрыгнул. Че ты меня убила? Все, только не мочите этих под эти монстров этих. Пусть гоняются за нами. Оба, а где они все? О, вот они, вот они. Мужики, вы будете прыгать? Они же должны прыгать, да, по идее? Нет, где нас? Да вот здесь вот, где-то, на карте. Во-во-во, пошли. Чё они не прыгают? Прыгайте, мужики. А, они не видят никого, надо их загреть. Во, все. За мной, за мной, за мной, за мной. А, они, кстати, медленные, можно без шифта лупашить. Медленные. Так, сюда. Пацаны, я их привел к вам. Тут трупы валяются. Я сейчас на ровной площадке катаюсь. А где они все? Поехали за ними. Надо осторожно, а то еще сразу замочат. О, привет. О, прыгают, прыгают.
Смотрите, что делаю. Ай, козу! Назад, назад, назад! Мой труп схватили и сожрали. Ой, прикольно, он челюсть выдвинул. Так. А еще звук, будто бы он зевает. Да-да-да, есть такое. Как будто хрипение какое-то. Погнали, пацаны. Так, 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 ждем. Слышь, только по мне не мочи, по ним мочи. Молодец, меня сбил. О, вон они, сзади, сзади. Мочи их. Хочу посмотреть, как ты будешь фигачить пушкой. А красота. Молодец, ты меня защищай. Эй, жопа, не трогай меня. Блин, мочи их. Ну опять меня сожрали. Что, будет с моим трупом ходить? Опа, голову снял. Красавчик, и потащил меня. Давайте еще поставим. Пацаны, вы убили их? Не убили, да? Сейчас мы поставим других монстров. Кто у нас тут еще есть? Все просили, давай, чтобы мы хотя бы раз поставили какого-то гигантуса. На. На. А это маленький, такой же, но маленький. Еле двигается. О, какой-то вообще дирижабль. Я к тебе в танк сяду, я знаю, тут и второе место есть. Во. Только толку, что я сижу. Давай, давай, фигачь его. Красава. Опа. Биг, они, короче, между собой воюют, он топчет его. Ага. Давайте удалим, пусть на нас переключается. И пошел, медленно, очень медленно, конечно, он идет. Лунтинь делает на всю карту. Он на меня, наверное, загрелся. Да? Раньше не было тени от NPC, а теперь сделали. Опа. Вот это он гигантский просто. А, они между собой опять же воевать будут. Давайте еще одного поставим. Ого, аж ночь появилась на карте. Чё-то, пацаны, вы их не мочите совсем. А ну пусть схавает меня. Съешь. Что он сделает? Схватил меня. Да, я вижу себе, я маленький был. О, убили одного, красавчики. Давай ко мне, Дима. А где ты? Погнали. Убили, да, еще одного? Или нет? О, у тебя дым синий? Да. А как ты сделал? Там я тебе потом... Ты как это, в GTA 5 замочил? Кстати, у кого есть GTA 5, сегодня буду на лайв-канал записывать GTA-шку. Кто это тут в этом сидит? Активируй меня. Пацаны, ну что, берите машины. Взять мой танк и нажми правый контур, пожалуйста. Я вам не завидую, пацаны. Прощайте. Это жесть. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, енотка. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны и девчонки, поздоровайтесь. Здорово всем. Мне нравится, я говорю, поздоровайтесь, и такой ветер идет, это очень круто. Сегодня у нас очень классная рубрика с сиреноголовым. Если любите, кушайте, приятного аппетита, а я сейчас буду ставить много штук. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И давайте добьем уже 1 000 000 подписчиков. Смотри, какой он быстро, как от него убежать? Да это нереально. Смотри, он с трупом твоим бегает. Прикольно, мне нравится. Он еще так немножко подлагивает от руки. Этот вообще на башке у кого-то прыгает. О, в тачку. На прокачку. Нифига себе, давай, я в тебя верю. О, подъедь к ним, давай сделаем эксперимент. Он сможет тебя через машину убить? Да. Да, убивает? Да. Он тебя с машины высмыкнул. Два, я чтоб на тебя переключился, ну блин, не получается. Они какие-то жесткие. Они быстрые, вот красные. Да, 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 да. Нереально быстрые. Так, давайте по бенни-хопим. А я прыгаю, прыгаю. И почему два трупа держат? Я не знаю. Три уже. Кто его физганом трогает, эй? Так нечестно, он тебя сейчас накажет. Я, короче, пацаны, от вас немножко уйду. Я буду на горе сейчас там стоять и наблюдать, как вы проигрываете. Тут ветер такой идет. Я убью сейчас его. Нет, тебе не получится. Ты думаешь? Я уверен. Дорбаш. Ого, у меня так FPS маловато.
Я вижу. Так, хорошо. Чпоньк. Ребята, ставлю я еще несколько штук. Только немножечко других мастей. Вот такие. Сейчас я еще их пару штук поставлю. Мы поубегаем и будем их начнем мочить. Их поставлю. Да, они вот тут вдалеке карты. Давай, я погнал. На машине. Псих-убийца. Так, транспорт. Давайте мы тоже. Темный, что? Темный, серьезно. Да? Боишься? О, я знаю, что мы сейчас возьмем. Сейчас будем, пацаны, угорать. А почему бы и не поугорать, да? Садитесь, кто ко мне? Быстрей! А я еду на диване в Гаррис Мод. Эй, слышь, отвали! Новый диван! Да блин! Я удалил его. Я удалю. Нет. Давайте я другого поставлю, который не телепортируется. Мне кажется, телепортируется читерски, да? Очень читерски. Во, давайте вот это древесноголового. Он реально крутой. Пацаны, давайте, я с вами. Надо одних. Мицубанчик стоит. Давай, быстрее, в Мицубан. И сразу... Блин, место... Давай, газуй. Я убегаю, ребята. Прощайте. Вот люблю Гаррис Мод за то, что тут можно делать все, что угодно. И графон реально подтянули. Прям круто смотрится, свечение такое. Кто в сторону ездит? Наваливаем, как всегда. Они, конечно, не могут догнать. Хорошо, давайте поставим скоростного. Он сейчас будет тут в тему. О, вот так интереснее, прям рядом! Ребят, я даже не отстаю, да? А как от него убежать? О, нормальненько. Главное не в дерево. Главное не в дерево. Ладно, можно и в воду. О, моя машина в воду улетела, он меня убил. Хорошо. Давайте очистим карту, потому что вот тут наставили всякой фигни много. Так, давайте подальше их сделаем. А, сейчас мы поставим для прикола летучую мышь. Она тоже прикольная. Три штучки. Я думаю, будет сильно. Ой. Так, где наш тут диван любимый? Хочу на диване. Так. Ну чё, садитесь, кто ко мне? Блин, он завис, этот кусок говна. Поставь на руку. Мы вдвоем одновременно сдохли. Это было эпично. Да слышь, отвали летучее говно. Я пресс качаю. Я просто посижу, отдохну. Все, они улетели. Можно и диван поставить. Да, отвали. Противник еще возьму. Эй, едь. На шифта прожимаем. Во, мы с Сэнди едем. В смысле не можешь заморозиться? Давайте, ребята, мы агри... О, бог, кто-то на спортивном каре. Спорткаре. Слышь, у тебя хвост немножко трется. Не протерла еще, не? 20 километров такая себе скорость. Ну, я так и знал. Хочешь скажу, их невозможно заморозить. Да? Ага. Понял. Хорошо, хорошо, давайте. Так. Круто. Ребята, у вас есть 5 секунд, пока они сюда дойдут. Поэтому я вам рекомендую сесть в очень быструю тачку и навалить. Вот звук движка здесь круто сделан в Гаррис Моде. Так, он там что-то дерево ломает. Давайте, кто ко мне? Поехали. О, вот это мне нравится. Прощай, сиреноголовый. На бочком наваливаем. Ну, блин, не получилось. Попытка была очень хорошая, просто нереально крутая. Попробуем еще разок. Можно монету использовать? А, да, давайте их уже помочим, чё бы и нет. Ну, где ты? Ой. Давайте попробуем красиво подрифтовать. Ну, оставлю. Он не может 60 километров бегать. Нет. Одного ставлю. Он сзади меня все это время был.
А он за тобой. Слышь, отвали! Ну вот надо, вот на сейчас скажу, вот надо в дерево врезаться, а я врежусь. Ого, там а уже что-то дым идет. Там ДТП, пацаны. О-хо-хо! Что это было? Ух ты! Блин, было бы классно. О, кто обновил, красавчик, ребята, ну что? Спасибо. Сейчас будет очень жесткая волна, вы готовы? Я тоже не готов. Ну, а что делать? Придется. Ой, это не та волна. Знаете, кого мы давно не ставили? Правильно, зайцев. Зайцы, они в Африке зайцы. Много зайцев хочу. Во. Ну чё, выживет сильнейший. Слышь, зайца, отвали от меня. Я тебе голову прострелю. Не заходи. Во! А ну давайте попробуем аэродушечкой. О, дак и хвалит чем-то, красава. Нана? Ну, кто... Чё, всех? А чё они нас не убивают? Может, они добрые? А, не, вот он пошел. Чё-то ты ему не понравился. А, ну, он убивает или нет? Чё-то не хочет он меня трогать. Не, он мимо проходит. А может, тот, кто в него стреляет, того не дамажит? А ну. О, да! Получается, пока ты его не тронешь, он тебя не тронет. Нифига не делал. Давайте вот так. Я думаю, он меня не достанет. Но это будет очень эпично. Ну что, ребята, вы готовы? Посмотрите, как этот остров покрывается красивыми взрывами. Ой-ой-ой. Чё-то слабо. Они живые, да, остались? Да. Сейчас, ребята. Давно у нас не было эпичных взрывов. Просто играем, а вот эпичных взрывов мало. Вот так это надо смотреть с высока. Ой-ой-ой. У меня аж камера отлетает. Да, немножечко FPS вылетело. Они живые. Так, я знаю, потому что надо ставить с этого пака. Все, ребята, сейчас будет немножечко поменьше взрыв, но он их уничтожит. Надо отлететь подальше. По поводу маленького взрыва я пошутил? Ну ладно. Ух ты! И вот, смотри, как в воде красиво взрывается, эпично. Давайте немножечко еще в воде покидаем. Ребята, точно заслуживает лайкосика. Полетело. Я ищу карту. Ой-ой-ой, это эпично. Вылетело. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Рекер, Бульбазавр. Как всегда, какие-то новые подписчики, пацанчики, скажите привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас будет классная рубрика, потому что очень сейчас хайпует сиреноголовый, и поэтому у нас будет в этом ролике их очень много. Если петь и кушать, приятного аппетита, а у нас выживание, стрельбище и веселье. Пацаны, вы готовы? Да. Окей. Сначала проверяем их интеллект. Что они могут? Он может просто на меня как дурачок орать. О, кстати, он поднялся, значит у них все в принципе нормально с интеллектом. А их можно уменьшить? Давайте проверим. Если я на С нажму. Давай. Нет, ими нельзя уменьшать. Ого, он орёт, да? Кстати, звуки, мне кажется, новые добавили. Раньше он просто орал, да? Да. А сейчас какие-то типа крики. А хорошо, я думаю, что минута прошла, и мы добавляем еще несколько штук. Три штучки будем добавлять. И у меня там вроде лимит 52 штуки стоит, поэтому будет очень много штук. Погнали, погнали. Да, они, кстати, раньше прям сильно орали. Сейчас просто ходят. В тишине. Так, я вижу. У вас когда можно стрелять? Рано еще, пацаны, рано. Стрелять можно будет, когда их много будет больше на карте, чем сейчас. Нет. Мне кажется, они медленновато. Если даже я... А, ну, если я так, да, он догоняет, а с шифтом не догоняет. А, давайте еще поставим пару штук. Пацаны просто выживают, мне этого мало. Давайте поставим дальнего родственника его. Фонароголового. Давай. Я, кстати, не знаю, будет он дамажить или нет.
Ой, все. Мне дамажит, кажись. Дамажит? О, кипиш пошел. Кстати, я еще ни разу не проиграл, и в этом есть смысл. А ну фонароголовый, ты мигаешь? Он как дурачок просто стоит, ничего не делает. Ну да. О, заагрился на меня вроде бы. Загорелся фонарь. Или нет? Пацаны, вы не знаете, когда они агрятся? Они какие-то звуки издают? А просто они ходят. Да. Их очень много на карте, но они не сильно прям жестко нас мочат. Давайте... ну все включено. Так, пацаны, сейчас я ставлю еще пару штук. Ага. И вы сможете использовать оружие. Вы готовы? Да. Хорошо. А, если я хотел разных поставить, но они между собой дерутся. Все, пацаны, можете оружку использовать. Ой, меня аж подвисает. Ну пусть будет. Гаррисмод выдержит, я верю в него, он сможет. Так. Мы сейчас тоже начнем их потихонечку гасить. А, кстати, у них где-то 2 или 3 тысячи жизней, вроде бы. Ого, их тут. Они неубиваемые. Убиваемые? Ты чё? Я могу тебе доказать как-то. Сейчас мы режим полета отключим, чтобы пацаны не летали. Они летают, отличненько. Так, мы зайдем сюда. О, бульбазавр, ты с чего валишь их? Монетка. Вы что, всех убили, что ли? Дайте я хоть одного замочу. А, вот так. Не, это какая-то жесткая волна была. С вашей стороны. Так, пацаны. Нормально? Пойдет? Да. Димас, я даже не ожидал. Вот, 50 штук. Сейчас мы проверим, точно 50? А, да, 52 штуки. Вот это я люблю, когда прям жестко. Во, моя любимая пошло. Вот это вы психи. Шары в действии. Вот это они ходят, головой шатают, прикольно. Патроны кончились, все. Монетка упала. Прошка, ты читер вонючий. Да, такой. Есть такое, да? Ну, майда. Че, никого не убили еще? Все, все. Хорошо, да, точно, даже не мог кого удалять. Так, сейчас мы им сделаем сюрприз. А, вроде вот они. О. А вот сейчас будете вы умирать. Да, конечно. Чё? Ты должен умирать? Они очень... Они очень жесткие. Да, Арекс. Ого, он не... Во-во-во-во, отлично, вот это что я и хотел. Мочите их. На. Извини, обстоятельства. Ой, красота. Я ж минус не могу. Эй, слышь, ты че меня под жопника дал? Это обстоятельства. А, хорошо, я тебе сейчас отомщу за обстоятельства. Бум. Дядя Дима вышел на охоту. Я выживу, не сможешь ты меня убить. Ой-ой-ой. Отлично, отбился, я смог. Пацаны, всех убили? А я вижу, еще ходят. Рэмбо, ай, блин, сам все ноги поломал. Нормально, что, пойдет. Я попасть не могу. Не можешь попасть? А, о, ты че, обжора? Я сам себя аннигилировал, нормально. Фильдберда зажарили. Пацаны, мочу. Все, я зачистил. Все, никого нету? Нет. Так, удаляем. Или давайте очищу карту, сильно много удалять. А, надо... Давайте не будем монетку использовать, наверное. Потому давай. Что она сильно жесткая. Окей. Я просто не знаю, как их поставить NPC, чтобы их было тяжело убивать. Ой, подлагивает аж. Ну, мне нравится всегда.
Залагает прикольно же, но не тянет горизмот. Ух ты, на спавне их очень много. О, они не падают вниз, они молодцы. Мочи, мочи, мочи их. Они не могут сюда пролезть. Слышите эти звуки? Ну так мы еще много этих костяшек не ставили. Костя на ногих. Ого. Давайте я помогу. А, дамажат. Слышу, они меня убили вообще на ли... А, он сожрал меня. И пошел дальше. Прикольные звуки издают. А я на балкончике тусуюсь. Помогаю. Есть у меня оружие, пацаны, я вспомнил. Entity. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы сделаем красоту. Пацаны, вы готовы? Да. А, это не будет сильно мощные взрывы, это просто красивые взрывы. Так. NPC. Сдалека посмотрим. Ой-ой-ой, красиво. Ого, эффект яркий от них. Чё, пацаны, не? Нате мячик вам, держите. Еще один, на. Пацаны, осторожно, жестко бахнет. А, они просто декоративные, что ли? Чё, убили всех NPC опять? Вы чё, мочите? Вы какие-то психи. Поход. А, кого же поставить, которых... Вот, наверное, вот этих много жизней будет. Они не дамажат? Я вам сейчас дам райскую жизнь. Ай, да что ты не вспомнишь валить? Нечестно, когда вы их мочите каким-то мощным оружием. Это оружие доступно для всех юзеров, оно не админское. Но мощное, согласен. Пацаны, убегайте. Ой-ой-ой. Я их пожертвую с собой, пацаны, наверное. Да, это сейчас будет мощный взрыв тут. Убегайте. Бум. Со всех сторон взрывается. Нормально? О, да. Пацаны, разбегайтесь. Воу, красиво, да? Звука не слышу. О, слышу. Так, ну что, а теперь финальная волна. Давай, да. Ой-ой-ой, все, ребята. У меня просто 20 FPS. Я представляю, сколько у вас FPS. Но я как и обещал. Мне норм. Нормально, да, у тебя? Да. Так, надо только какую-то... мгновенная смерть. Ну ничего, так бывает. Я беру пулемет, я выхожу на охоту. Че, кого-то хоть убью или нет? Нет, я даже их не убиваю. Давайте просто проверим, что будет. Та, мгновенная смерть. Просто мгновенная. А, я застрял в ком-то. Вот эту войну мы устроили. Ого, сука, их идет оттуда. Так, ребята, ну что, сейчас мы сделаем взрыв из 52 сиреноголовых. Погнали! Побольше, побольше бомб. Это, кстати, не ядерные бомбы, это обычно. Ядерные бомбы их почему-то не берут. Да, это сейчас будет эпик. Ребята, погнали. 3, 2, 1. Ой-ой-ой, у меня аж полет слетел. Ух ты. Ой-ой-ой. Аж стекла посыпались. Только откуда здесь стекла? Так, давайте проверим, мы всех замочили или нет. Ой-ой-ой, сколько дыма. Нет, не всех. Добиваем. В воздухе жахнуло. Ого, аж карта почернела.
эпические кадры, ребята, только для вас. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Кокос. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что вы будем ставить очень много сиреноголовых, от них убегать, выживать. Если опять же кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Раз, два, три. Знаете, они бегают по всей карте. Четыре. Давайте пока четыре поставлю и посмотрим, что с этого получится. Если будет прям сильно легко, я поставлю. Я вообще планирую сделать в конце ролика, ну, штук 50. Как вы думаете, не вылетит у меня на рабочий стол? Возможно. А, смотрите, кто-то забежал в щель дома, а они туда не могут пройти. Нет, все-таки смогли. А, они погнали за ним. А я просто похожу, посмотрю по карте, как вы проигрываете. Они все за мной ходят. Да не ссы, я так сто раз делал. Ого, здоровый. Я на тебя переагрил. Ого. Это значит, это было нечестно с твоей стороны. Я могу очень легко быстрым бегом бежать, и они меня не могут убить. О, я его переагрил. Нет, я его не переагрил. Арик сзади. Отлично. Музычка какая-то пошла. Опа, сожрала, сожрала тебя. Я не заметил. Я бегу дальше. Ой, ё-моё, он меня съел. Не едят? Отлично. Пацаны, я выживаю. Димас, это... режим полета выключи. Да, режим полета включенный. Хорошо, я улечу, чтобы они меня убили. Давайте. Да, я считаю, что это нечестно. Даже я не летаю. Хотя очень хочется. О, сирена пошла, пацаны, вы слышите? Я взрываться буду. Нет, нет, нет. Ну да, такое ощущение, что сейчас будет ядерный взрыв или что-то такое. А, перед катастрофой такие сирены включают. Или когда ураган. Торнадо. Они как... А вы слышите, музыка такая, как будто в домофоне играет. Это они издают? Да. А, прикольно. Они в угол зажимают. Умные. А, пацаны, я вижу, что мы бегаем-бегаем, они нас не мочат. Давайте будем добавлять. Все-таки я говорю, что будет их очень много в этой серии. Еще. Ой, фонара Горова в головой. Ты в следующем ролике будешь. О, они как его? Они трубашники в руках держат. Во, еще добавил. Все-таки сделали... Да, все-таки, наверное, 50 мы сделаем в конце. Так, ну что, пацаны, вы живые? Нет, я вижу. Камень умер, кто-то еще там умер. Пока мы стащим. Отлично. Ого, и сколько за тобой бежит? 4 штуки. Хотя у нас получается 7, 8. 8 сиреноголовых. Давай ты челлендж все сиреноголовых за одни. Ну и как там можно... Да не, я вижу, он Пикачу носит в руках. Не нужен Пикачу, недорого. Эксик на себя переагрил. А, в 9 штук. Смотри на него. Ого. Еще один. Они сейчас тебе Пикачу по башке дадут. О, Крошка, половина. Один на тебя переагрелся. Пацаны, я еще ставлю. Готовы? Да. Давай. Я не хотел этого делать, но придется. Надеюсь, на рабочий стол у меня не вылетит. Пока оружку мы не используем. Я скажу, когда оружие будем использовать. Пока мы здесь просто повыживаем. Так, кстати, меня еще ни разу не съели. Давайте для приличия хотя бы подадимся им или что. О, вот так. Все, они сейчас будут мой труп носить. Это прикольно. Так, я вижу, он опять за мной побежал. Если бы они быстрее бегали, можно было бы на машинах поугонять. Они меня тоже съели. Так, а что они сюда не идут? Я вижу, ой-ой-ой, сюда пошел. Вот это... Какой они высоты? Метров где-то по шестой этаж, да? По пятый. Раз, два, три. Да, шестиэтажный. Я видел только, что он стоял возле дома. О, я вижу, там дипер глючит. В руках. Вот это их много, и звук страха нагоняет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится. Пацаны, что, давайте оружие будем использовать, давайте их помочим. Давай. Я считаю, если я поставлю побольше, мне кажется, у меня будет очень сильно лагать. Потому что у меня уже 53 FPS, 40 даже проскакивает. Мне 17. Ну что, давайте их мочить будем. Я когда по ним стреляю, мне какие-то... Как будто они из камня сделаны. Съели опять меня. А, блин, да что это? Меня пригласил кто-то. Так, надо оружку взять мощную. Давайте проверим, они убиваются? Они убиваются, сразу двоих, нифига себе. Так, так, так. Монетка. Давно не использовал. Монеткой гасятся. Попробую в движуху убью. Ой, бульбазавр, псих. Красавчик. Че он за одним ходом? А, кто-то в него вселился, да, пацаны? Я здорово, сиреноголовый челепиздрик. А как тебя убить? Я сейчас поймаю... А, надо ногой, что ли, лупануть. Так, правая мышка это рука, а это нога. Нога. А как в руки брать, хавать, как они?
А правая кнопка мыши так берет. И это ваншотит тем более. Я сиреноголового бью своего, мне ничего не делает. Так, ладно, давайте выселимся. Сильно они такие медленные очень. Эдвин. За мной побежал. А, он сожрал подписчика. Вкусный или нет? Это я. Иди сюда. Вы видели, когда стреляешь, он из камня. Это реально камень, это как из цепи 173 материал. Он за мной бежит. А, не по карте рассеивается? Нормально, давайте его будем к воде. Через мост. Офигенно. Эпично получается, когда они среди небоскреба входят в городе. А он пройдет здесь? Они мосты не могут проходить! Представляешь? А, я застрял, подожди. А, Димас, чё? Ниса, давай я, короче, режим полета включу, давай. Хотя я выброс. А ты молодец. Прошел как-то. Да нет. А вот здесь он пройдет? А вот здесь я даже пытаться не буду. Офигеть, он не может здесь проходить. Его по копытам стреляю. А, он дамажит. Так это игрок, наверное, настоящий. Так. Я хотел этот трубак взять. Не, нельзя. О, вертолеты такой звук классный. Я могу классный. Пройти. Я могу. Ой, блин, я хотел, чтобы далеко взорвалось. Ух ты, я убил парочку штук. Я не хотел-то, конечно, мощно, но получилось, как всегда, мощно. Играем дальше. No. Пацаны, они живые или нет еще? Там есть или пиздрика живые? Не знаю. Я никого пока не вижу. Тоже не вижу. Один всего остался. Пацаны, ну что, сейчас будет эпическая волна. Я не знаю, вылетит у меня игра или нет, но я постараюсь, чтобы не вылетела. О, если его поставлю на дом, он с дома спрыгнет? Наверное. А, нет, он нет. Сыт. Он, получается, сам себя не хочет дамажить. А, Димас, ты чё за спину ставишь? Ну я же этот, на крысу. Лимит сработал, давайте больше. 22 штуки, давайте 50, как я обещал, ребята. Их тут много. Алло, а ты чё здесь? Я делаю 50 штук, 52 штуки, как я обещал, да. Все четко выйдет. Ой, лагает, ой, лагает. Ребята, это вакханалия просто. Такого мы еще точно не делали. Это эпик. Мы через трек будем проходить. А! Ух ты, вот это не мочит нас. Паровоз тупо не едет, идет. Пацаны, я их убиваю. Убираем по сиреноголовому каждому. Давайте буду взрыв свой эпический этот. Не буду возрождаться, потому что убьет все равно. Ой-ой-ой. Всех убил? Нет. Много бежит. Не, еще не убил. Там я слышу еще одного. Не ушел, наверное, где-то. Во. Я убегаю, пацаны, я просто убегаю далеко. А, я бомбы не туда кинул. Чего не нет, туда. Бу. Четко бомбардировка, просто четко. Живут мне ХП. Че, живые еще? Я слышу этот звук. Если слышишь, то значит живой кто-то. Уго, их еще сколько было. А, то бомбы были не активированы. Это очень классные чили-пиздрики. Это мои друзья. Все, ребята, 50 монстров. Против одной мощной бомбы. Дико лагает, да? Нет, давайте много разных, потому что одна мощная, то с другого мода она его не берет. Вообще не лагает. Все. Улетай. Ребята, улетайте быстрее. А, у вас нет режима полета. Прощайте, пацаны. Ой, красота-то какая. Как мне это нравится делать. Все живые? Нет, не все живые. Ничего не видно, но очень интересно. Так, сейчас мы жахнем большого. Мы его ни разу не взрывали. Вот этого. Ой. Ого, они, получается, как 100-этажка. Нифига себе. Это таракан большой. Ребята, делаю эпик по всей карте. Я хочу, чтобы было прям сильно, мощно. Ну как-то так.
И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой-ой-ой. Ты сейчас...